Ха-ха-ха. Назва выставы «Яўгена Булавы». Гэта, напэўна, самае лепшае стаўленне да жыцця, якое якраз і прапагандуе аўтар карыкатур. В любом событии, в любом явлении вы можете увидеть плохое, вы можете увидеть хорошее. Я предлагаю, смотрите и замечайте хорошее. И он кажет, что карикатура – это не быта леки. Супраць пессимизма бьются герои малюнка Булавы, Вася и Вова. Один сумный, інший веселый, как театральная маски, только подается больше подобное на нас. Ну, такие вот стилизованные образы, которые кочуют уже, господи, 40 с лишним лет из издания в издание. Реальная творчая спадчина Яўгена Булавы – тысячи аркушов паперы, а на выставе только частка. Гэта карикатуры, намаляваные в апошние 15 годов, так что все актуальное для нас. Глядачы усмехаются малюнком Булавы. Вообще, это его отношение к жизни, умение видеть вот буквально в обыденных вещах какой-то такой светлый, хороший юмор. Ён насамрэч быў інжынерам, а стаў журналістам і карыкатурыстам. Нягледзячы на пасціпламу малыя памеры малюнкаў, творчыя мукі аўтар спытвае вялікія, шукае вобразы і сітуацыі. Здесь, пожалуйста, еще взаимоотношения между начальником, подчиненным. Я не знаю, наверное, в каждом коллективе есть люди, которые каким-то образом хотят что-то доказать криком, ну, в ответ тоже, может, какие-то звуки. Вот, открытие выставы карикатур сопровождал гурт Сергей Коноплёв и компания. Музыки лишь, что их сябр-карикатурист допомагает людям забыться на быт, який заядает, и озернуться на вокал. Дернуть за ниточки, которые спрятаны. В этом и есть искусство юмора, шуток. И мы, как музыканты, занимаемся тем же самым. Настрой створал сам Яўген Булава, який наладил целый перформанс. С героями своих карикатур, танцами и признанием у любови до своих затекавленных и гумарных глядачов. И каждому на выставе самым веселым подается нечто свое. Наиболее смешным, но карикатуры про журналистов. Почему? Ну, потому что это так реально и смешно. Ну что, смотрите, вникайте. Находите себя в этих карикатурах. Илона Иванова, Александр Тарасов. Новини региона.